Привет, Good Game! Мы находимся около конвеншн-центра, в котором совсем недавно закончилась церемония открытия BlizzCon 2015. Давайте посмотрим, что находится внутри, где располагаются сцены, что там происходит. В общем, традиционный обзор от goodgame.ru. Так, это основной холл. Отсюда можно пройти к любому из помещений BlizzCon. Давайте начнем с помещения. Ой, какая хорошая. Давайте начнем с помещения, где находится StarCraft. Сразу при входе мы видим шикарного Иллидана. Прямо перед нами зона, где играют World of Warcraft. Сегодня объявили и показали синематик, ролик нового дополнения Legend. А мы пойдем к месту, где проходит чемпионат по StarCraft 2. Собственно, прямо перед нами находится игровая зона StarCraft. А если посмотреть налево, то там зона, где проходит турнир по World of Warcraft, чемпионат мира. Туда, я думаю, пока не пойдем. Также там находится зона с Heroes of the Storm. Косплей. Но мы и будем задерживаться. Сегодня было объявлено о том, что в StarCraft 2 Legacy of the Void появятся дополнительные миссии. Что-то было связанное с новой. Интересно будет посмотреть, что в итоге получится. Давайте посмотрим на Рейнера. Прекрасная скульптура. Правда, страшное лицо. Но, как говорится, и так сойдет. Слева от нас тоже игровая зона. Также здесь проходит презентация. По-моему, сейчас говорят о фильме Warcraft. А может, нет, не знаю, не буду врать. Итак, пойдемте к самому главному месту, к месту, где проходит чемпионат мира по StarCraft. Здесь раздают автографы разработчики Legacy of the Void. Очень интересно с ними пообщаться. Итак, прямо перед нами, во-первых, смерть, а прямо за смертью Сарочка.
Смотрите, какая прекрасная. Протос, девушка. Некоторым будет интересно смотреть вид сзади. Так, пойдем дальше. Сетку, но я думаю, вы и так все знаете. Hero Classic, Innovation Life, Rain Sauce, Kid Rock. Сейчас играют классик с Хира. Трибуны пока наполовину пустые. Интересно, какой счет. Когда я уходил, счет был 2-0. You have the best players in the world here. Every single one of them against each other, no matter which way you're looking at. On a good day, we can see. Прекрасная сцена. По-моему, та же самая, что была в том году. Очень похожая. Только вот я не видел, что находится внизу. Давайте вижу вам. Хотя я вижу, что внизу все заполнено, свободные места только сверху. Около сцены вообще все заполнено. Общий вид. Очень красиво. Ну, не знаю, что происходит. А, они восстанавливают с реплея. Видимо, была какая-то проблема. По лимиту, видимо, впереди классик. И, видимо, дело идет к концу. Итак, спасибо, что смотрели. Попозже проведем еще какой-нибудь обзор. У нас по плану несколько интервью. Посмотрим, сколько их будет на самом деле. Так, всем пока.